Народ, всем привет! Салам алейкум! Привет! Почему салам алейкум? Потому что меня много смотрят из Средней Азии. Ну и вообще в такси работают много людей, это всем известно, да, это вот там киргизы, таджики, то есть, ну, это вот такое видео о токсичной жизни. Сегодня будет видео о том вот, о моем максимальном заработке в такси. Это было Яндекс.Такси. Проработал я 12 часов, тариф это эконом. Вот сейчас я вам более подробно все покажу и расскажу. Смотрите, вот таксометр. Это было у нас 14 числа, вот вчера. Выполнил я 23 заказа. То есть комиссия Яндекса, вот комиссия там парка. Получается вот без комиссии 10500. Но еще к этим 10500 нужно добавить 2000. Это как я заработал. У меня был заказ вот из Шереметьево, кажется. И пассажир говорит, то есть там что-то в Королев было. Но он говорит, нет, давайте поедем там какой-то там на Рублевском шоссе. То есть очень далеко. Вот я посмотрел по цене, там получается 2000. Заказ там, отменили мы заказ. И я поехал туда. То есть к этим 10500 еще добавляем 2, получается 12500. Вот. Теперь давайте я так для начала поподробнее покажу, что у меня было, чтобы, ну, чуть-чуть так практику, скажем так. Вот, начал я с 7.30, вот, в основном были заказы по Подмосковью, вот, там, Королев, там, деревня Пирогово, куда-то, село Тарасовка, то есть мотало меня в основном по Подмосковью. Вот, проработал я до где-то часу 30. Потом перерыв сделал, начал опять с 6 часов, и примерно вот так, последний заказ 11, ну, на самом деле не 11, то есть вон те еще 2000, то есть еще добавляем где-то 2 часа, ну, примерно в час там, в час чем-то я был дома. Я сейчас не буду там детально, да, там считать, вот сколько я там часов, минут, ну, мне это не интересно, да, примерно, грубо говоря, я проработал где-то, ну, 12 часов, да, вот за это время я заработал, получается, чистыми, вот эти 12500 минус аренда 1700 и бензин где-то 1500, примерно получается, ну, 9,5, да, в переводе на доллары, как я люблю это делать, это где-то, ну, $120, скажем так, это вполне такая хорошая, ну, если бы это было каждый день, да, такая европейская зарплата. Ну, у меня похожие были там такие большие, да, заработки, вот, 12500. Ну, я там не помню, за сколько часов это было, но тоже так, такой, как бы, большой доход, скажем так. Тут вот 9, да, как бы, тут 10500. То есть, ну, вот, если бы было так каждый день, это было бы просто шоколад, да. Вот такое бывает нечасто, но бывает. Я надеюсь, что это будет в дальнейшем. Яндекс, давай вот такие заказы. Ты просто будешь самым классным, блин, таксопарком, такса этим, как, короче, агрегатором Москвы, там, не знаю, в России всей. Ладно, неважно. В общем, вот такое видео. То есть в такси иногда можно зарабатывать очень хорошо. Бывает и плохо, да. Бывают дни, когда там шляпа полная. И вот эти заказы, кстати, да, вот большинство заказов это были в Подмосковье. То есть некоторые, да, говорят, ну, большинство таксистов, в Подмосковье зарабатывать нельзя. Можно в Подмосковье зарабатывать. И вполне. Я вот общался там где-то с 4 пассажирами, так говорю, что-то у вас так дорого, да, там, ну, все почти с коэффициентом было, там, 2, там, 2,5, не знаю. Я говорю, у вас же дорого, да? Они говорят, да нет, это как бы обычная цена. Ну, то, что суббота чуть-чуть дороже, как бы, а так говорят, ну, так примерно мы и ездим по таким ценам. Поэтому в Подмосковье тоже вполне можно. Просто нужно как бы знать, да, там, куда ехать, что, как, или там, как повезет, да. Ну, в общем, ладно, не суть. В общем, это видео о моем максимальном заработке, да. Вот так вот я хочу похвалиться, да. Ладно, всем пока. Рахмет, пока. Все, до новых встреч.